Красноярцам могут вернуть часть денег за отопление из-за аномально теплой зимы. Напомню, за тепло мы платим в течение всего года равными суммами, которые устанавливают, исходя из тепла, потребленного в прошлом году. Эта зима выдалась теплее прошлогодней, значит, энергетики должны вернуть горожанам деньги. С сентября красноярцы будут платить за отопление по факту. «Газель» без водителя въехала в дом на Карла Маркса. Момент попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как машина сначала снесла будку с охранником внутри, затем пересекла четырехполосную магистраль и уперлась в дом. Водитель все это время бежал вслед за «Газелью» и пытался остановить машину. Известно, что охранник получил незначительные травмы. Первых клещей в Красноярске ждут в конце марта. Такой прогноз дали в региональном Роспотребнадзоре. В прошлом году из-за теплой погоды паукообразные появились в начале месяца. В этом году ожидается, что клещи проспят дольше. В праздничные выходные в городе возможно похолодание до минус 20 градусов. Сезон активности клещей продлится до сентября. Первую прививку от энцефалита можно поставить уже сейчас, следующую через 3-5 месяцев. Последний звонок для учеников 9 и 11 классов прозвенит 21 мая. Праздник будут отмечать 15 500 школьников. В этот день ученикам запрещено покидать пределы Красноярска, а сами мероприятия должны завершиться до 23 часов. При этом даты выпускных вечеров школьники и родители определяют самостоятельно. Торжественное мероприятие можно организовать с 24 по 30 июня.